Ремонт столичных школ на личном контроле премьер-министра Якутии. Галина Данчикова проинспектировала ход ремонтных работ в 14 и 28 школах города. Напомним, сегодня там ведутся работы по сейсмоусилению зданий. В ходе осмотра премьер-министр акцентировала внимание на необходимости строгого соблюдения утвержденного графика ремонтных работ. Объектом пристального внимания Галины Данчиковой также стала школа номер 18 в поселке Геологов. На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние отделочные работы, утепление фасада и монтаж системы отопления. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года. Отметим, что вопрос ликвидации второй смены в общеобразовательных школах Якутии стоит на особом контроле председателя правительства республики. Из федерального бюджета на эти цели региону выделена субсидия в размере 387 миллионов рублей.